Проходит спецоперация. Сегодня ночью российская армия нанесла массированный удар по украинским военным тылам. Взрывы гремели в Староконстантинове Хмельницкой области. Именно там располагается военный аэродром, на котором базируются самолеты, приспособленные под натовские ракеты. И еще из сводки Минобороны. На Донецком направлении наши подразделения отразили сразу 5 атак противника. Враг только там потерял около 300 боевиков. А в Запорожье в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено несколько артиллерийских орудий, в том числе западного производства. На этом направлении киевский режим продолжает гнать на убой своих боевиков, но те все чаще предпочитают сложить оружие, чтобы сохранить себе жизнь. С пленными пообщалась Валентина Соловьева. Шли на позицию, нас должны были привести на позицию. Наш проводник кинул посреди поля. Просто шел, говорит, я не хочу за вас умирать. Мы сдаем, ну, кричат, что мы сдаемся, и все. Они сказали выйти по одному, и один вышел, и наши начали артиллерией стрелять, и его тоже зацепило, получается. А они уже к нам в блиндаж запрыгнули, успели.